конфликт будет разрастаться. Нет Украины, нет Польши, нет Прибалтики. Что они будут делать? Воевать. Да, вы думаете, они такие смелые? Вот я об этом вам и говорю. Они воевать не будут. Я считаю, что Россия все делает правильно, но надо жестче. Жестче, быстрее, активнее. И я вас уверяю, они дрогнут. Они запросят мира. Вот то, что вы сейчас просите, они попросят нас. Давайте остановим военные действия на территории Украины, Польши и Прибалтики. Дальше двигаться все не будем. И давайте договариваться, делать Ялта-2. Там везде будет проведен референдум. И большинство граждан выскажутся за мир с Россией. И попросят Россию сохранить на территории этих стран русские войска. Как это было при царе, при советской власти.